Записывается, А, да. записывается. Мне что-то сообщение какое-то about continuing to be in the meeting, you are concerned to be Да. removed. Continue. Записывается Вот, я нажал продолжить. Сережа Степанов, который сделал вот это вот, мою картину «Ангел-трубач». Он в свое время опубликовал в своем проспекте, где он тогда работал в центре Европы, в Чехословакии, в Карловых Варах. Мой друг давнишний. Вот как раз эти... Сейчас я покажу его фотографию. Самое интересное, что мы затеяли этот ролик специально, потому что Сережа сделал за это время два крупнейших глобальных открытия. О первом открытии он сегодня расскажет немножко. А второе открытие, он будет проводить курс вебинарный. И там он скажет, это вообще два открытия потрясающие. Это меня он там нарисовал с картиной, вот видите, паруса там. Это я когда на Олимпийских играх парусный спорт готовил в Китае. Так, а сейчас я вам его фотографию покажу. Его фотографию. Да. Какой красавец. Ха! Молодец какой, Сережа. И сейчас ты нисколько не стареешь за эти годы. Только молодеешь, как и я. И мы хотим в нашей школе человек будущего. Все только молодели, занимаясь любимым делом. Потом мы в одном из роликов начнем рассказывать, как совместить любимое дело с зарабатыванием, чтобы все могли зарабатывать, чтобы духовное развивалось, творческое начало человека-творца, чтобы он находил в себя состояние творца. И в то же время и поддерживал себя в жизни, потому что есть еще материальное. Да, мы это все потом расскажем. А сейчас я хочу, Сережа, перед тем, как мы начнем то, что ты будешь рассказывать, я хочу показать вот это. Вот это мне в свое время подарили, такую штуку. Это в свое время Хаббард придумал, Эмметр придумал в своей диагностике. У него измеритель напряжения нервно-психического. Ну, что это? $10,000. Этот детектор напряжения. А я придумал детектор напряжения. Шкала стресса от 0, от 10 до 0. Напряжение максимальное, шторм, а это безмятежность и вот эти 10 делений. И ключевой стресс-тест, что бесплатно совершенно. Не надо платить десятки тысяч долларов. Дело в том, что почему Хаббард гениальный человек. В свое время он был фантастом, он придумал эту дианетику. Ну, во-первых, потому что он сказал, что человек по своей природе хороший. По своей природе. Это очень важно. Вот. Второе, он придумал этот эмметр, потому что люди своего состояния мало чувствуют, и платить-то не за что. А когда он измерял этим метром исходное состояние, этот человек, а потом, когда он делал этот клиринг, очищение, разгрузка, потом опять измерял, он видел объективно, что у него меняется, и за это уже платили. Да. Объективизация такая. Но человек видит, что он всегда внешне воспринимает как оценку себя легче, чем себя отождествлять самим собой. Он себя отождествляет чаще со своими мыслями, болями, страхами. Туда вот йоги-то чему учились. Они отрешитесь от этого, не отождествляйте себя с тем, что вы видите, о чем вы думаете. Да, потому что самогипноз получается. И вот сейчас Сережу я попрошу, он мне уже исходно сказал эти два своих открытия. И вот мы решили второе не раскрывать сейчас, а на вебинар оставим. А вот первое открытие, ну это просто супер, то, что Сережа делает, это супер, потому что он живет этим, он творческий человек, это просто потрясающий человек. И
вот я вам сейчас скажу, какое открытие он сделал. Первое. Это об интересе. Почему людям что-то интересно, а что-то нет. А я вот уже знаю это и заранее скажу еще раз, что завтра вебинар у нас 20, этот ликбез бесплатный в 20 часов. Да, все зумы тоже готовьте, чтобы там выходить с вопросами, чтобы получить развернутые ответы прямо по ходу. У нас же школа через будущего, там из многих стран обучаются управлять энергией стресса для своих собственных достижений. Так вот, то, что сейчас Сережа будет рассказывать, будьте внимательнее, потому что там как всеми процессами жизни управляет закон сохранения энергии. Да, вот это очень важно, мое было вступление. А теперь Сережа слово. Почему людям интересно что-то, а что-то неинтересно? Потому что внимание так устроено, оно естественно скользит туда, где меньше всего препятствий. И где... Меньше тратит энергии, меньше надо... Да. И по закону природы, по законам естества, стремиться туда... где всему человеку как целому хорошо, где, например, когда он телевизор переключает канал, берет пульт, вот у меня как раз пульт от телевизора, я Хасая Магомедовича по телевизору смотрю, он в таком большом формате. Вот переключаю, там первый канал, второй, третий, неинтересно. Раз в YouTube, а здесь Хасая Магомедович сидит. Интересно. И то, что он говорит, сонастраивается во мне, потому что философия уже настолько, я его давно с методиками познакомился, 30 лет, это уже как я уже не отличаю, где я, а где, что я сделал, что я открыл, что это настолько во мне живет, что это уже получается Хасай Магомедович, как часть меня, я уже не различаю. Поэтому то, что он говорит, оно сонастроено со мной. И поэтому, переключая все каналы, я когда вижу его, сонастраивается со мной. То, что он говорит... У нас получается синергетический диалог, да. Когда мы друг друга понимаем и осознаем новое. Да, то, что говорит, сонастраивается, то, как говорит, сонастраивается. Всегда с улыбкой, всегда вдохновляюще, всегда расслабленно, всегда в потоке. Сонастраивается. Да, но это не только со мной, это имеется в виду, Сережа сейчас пытается объяснить. Да, на да. примере нас, например. Да, на примере нас, да. Это любого процесса касается. Я просто привел, поскольку мы с Хасаем Магомедовичем разговариваем, поэтому я этот пример привел. А кому-то рыбки интересно, кому-то там фильм романтический про любовь. То есть внимание и подается в том формате, который человека полностью сонастроен с ним, эмоционально, интеллектуально. То, что он скользит своим вниманием, все время ему легче смотреть то и интересно то, что синхронно его текущему состоянию. Да? Точно музыку на волне приемника ищет ту, которая ему нравится, потому что синхронно его состоянию. Да. И книгу читает, потому что синхронно его состояние. То есть интерес его там, где он меньше тратит энергию, потому что это синхронно его состояние. Так. Поэтому с другом легче разговаривать, чем с незнакомым человеком. Потому что с другом уже сонастроен. А чем ближе друг, тем более на всех фронтах. Больше каналов сонастройки задействовано. Ну вот это очень интересно, что нам интересно то, где нам меньше приходится сосредотачиваться, потому что когда мы сосредотачиваемся, мы должны напрягаться. Теряем энергию. Да, а мы ищем то, нам интересно то, что где нам меньше надо напрягаться, то есть где мы расслабленнее, где еще более расслабленнее, в конечном счете на нуле, да? Да. Ну, то есть мы стремимся к нулевому состоянию, да, когда мы перебираем темы и находим то, что нам интересно, и мы стремимся к нулевому состоянию, да? Потому что внимание тормозится на напряжении. Там, где напряжение, внимание тормозится. Кулак сжал, вот здесь напряжение.
Если кулак расслаблен, мы не знаем, что существует кулак. И уже для нас разговор естественный. Мы же вот так не разговариваем, вот так разговариваем. Поэтому мы жестикулируем, потому что когда я сопровождаю образы, которые у меня протекают соответствующими синхронными движениями, вот это соответствие духа и материи снимает напряжение. И поэтому итальянцы все такие жестикулирующие, и на Кавказе тоже люди такие активные жестикулируют, когда разговаривают, потому что они снимают напряжение за счет синхронизации. А в данном случае, когда ты говоришь по теме интереса, то там происходит тот же самый механизм. Человек перебирает своим вниманием, как я понял, а именно по тем объектам. И те объекты... Он даже не перебирает, а ему перебирается. Это само по себе происходит. Он не делает усилия, не он перебирает, что вот, да, я первый включу, сравню, а он просто раз, два, три, четыре. О, вот это интересно. Это само по себе происходит. И так во всех сферах жизни. Там более резонирует всего текущим состоянием. Да. Ну, то, что у нас в методе ключ подбор приемов путем перебора, мы подбираем то, что нам легче делать и хочется повторять, потому что тогда наше напряжение падает, и мы залипаем на это упражнение. Принцип подбора путем перебора, человек инстинктивно, бессознательно действует, когда он ищет то, что ему интересно в интернете, в книге там, или в знакомых там, и так далее, в музыке. Поэтому дети, которые более естественные, они не слушают неинтересные уроки, потому что им учитель не нравится. Им не нравится, как он говорит. Значит, они то, что говорит, не будут слушать. Им приходится там напрягаться. Да, да, да. Когда учитель говорит захватывающе, им не приходится напрягаться, потому что это соответствует их состоянию. Вот это очень интересно. Но мы так просто с тобой об этом говорим. А на самом деле это сделать научную статью. Десятки диссертаций можно защитить, потому что еще никто не связывал. Интересно то, где мы тратим меньше энергии. Вот никто не связывал это. А тратим меньше энергии там, где мы синхронны. Да, 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 да. То синхронно. Поэтому вот я знаю, что в свое время слушал музыку органа и заслушался, и задумался, и ушел в себя. К себе. И вот, оказывается, мы ищем то, что нам соответствует, которое нам помогает прийти к себе. То есть к этому нулю, в котором мы вошли, я задумался, и там мысли мои текут, а музыка звучит, а мысли мои текут, и в этом состоянии почти бездумия, когда уже нет эмоций, мы создаем какие-то. Ну, после этого я вышел, после этого концерта органного вышел, и у меня уже другое состояние. Я там уже могу лучше решить свои вопросы, которые у меня раньше мучили. Там напряжение упало, потому что нашлось действие синхронное с моим состоянием. Поэтому мы и музыку любим ту, которая совпадает с нами. Поэтому и действия нам проще делать и легче их повторять, которые совпадают с нами. То есть мы все время, оказывается, я говорю, принцип подбора путем перебора, а Сережа сказал, естественным образом это делается в природе у человека, в его мозге. Да. Вот никто не делал. Вот видите, как мы просто, ясно, понятно объясняем тему интереса. Что вам интересно? Никто никогда в мире не связывал. Вам интересно то, и ваше внимание на том, где вы меньше тратите энергии, то есть меньше напряжения, меньше приходится сосредотачиваться, оно вам подходит, соответствует, синхронно, в резонансе. Вот видите, какая связь между законом сохранения энергии и вашим вниманием. Потрясающе! Я просто горжусь тобой, потому что это потрясающее научное открытие для всех психологов. Пишите, пишите диссертации теперь, досылайте, Сергей Степанов. Человек, кстати, когда естественный, сонастроен, у него внимание вовлекается из напряжения и скользит естественным образом к себе, и он испытывает кайф. Кайф, кайф.
Когда он был сильно напряжен и резко оно снялось за счет синхронизации, то есть нашел, начал смотреть, у него кайф, он смотрит с удовольствием этот фильм, эту музыку, кайф появляется. И в любом деле то же самое. В любом деле. Вот видишь, я заканчиваю эту картину, а это потом, это квант, волна и корпускул, и свеча в руке. Видишь, одновременно фотон, он там и здесь, скорость света. Что и внутри, что снаружи. И тут будет солнце, а здесь будет огонь, пламя свечи. Да, будет очень интересно, да. Слушай, Сережа, вот мы будем проводить завтра бесплатный ликбез, где я хочу кусочек того, что ты из второго открытия, кусочек, но не открывая полностью все, но этого кусочка будет уже достаточно, такой потрясающий результат будет практически, потому что все наши вообще действия происходят по закону сохранения энергии. Вы завтра это увидите, это будет интересно. Готовьте все Zoom, потому что вы все будете выходить на Zoom, задавать вопросы, я буду давать развернутые ответы, у кого прием получается, у кого не получается, будет показывать, и мы все там будем учиться, наша школа «Человек будущего» – лучшая школа мира. Потому что, оказывается, мне Сережа сказал еще одну вещь интересную. У Ашо, он сказал, и у других каких-то известных людей, которые писали книжки, создавали системы. Вот у Ашо, например, как ты мне сказал, 110 разных методик. 112. Книга называется «Вигьяна Харава там». 112 техник. Да, и Ашо говорил, делайте одну, делайте другую, делайте третью, делайте четвертую. 112 техник. Выбирайте, какая подходит. Какая подходит, да. А подходит та, которая для вас, естественно, делать легко. Да, но там надо 112 перебирать, правильно, Ваша? А у нас игры гимнастики 5 классических уже в учебнике. А я, Сережа, я тебе показывал эту книгу, я не знаю, новая вышла. Я тебе предлагаю, вот здесь написано, заставь работать средств на тебя. И здесь вот предлагаю тебе, приглашаю, чтобы ты написал пару страниц в будущую книгу. Все участники нашей школы «Человек будущего» пишут свои тексты. И я уже нескольких участников, всех именем, всех фамилий, в новую рукопись включил. И ты, пожалуйста, сделай это. Вот и по первой части, по первому открытию, и по второму открытию напиши текст, ну, где-то полстраницы, или полторы, хочешь две, хочешь тебе главу посвятим. Сделай, чтобы ты был увековечен, потому что мы будем говорить потом, а вы знаете, это мы придумали. А человек скажет, который уже услышит или прочитает, уже где-то в Америке прочитает книгу, и скажут, а мы это давно знали, а мы скажем, вот оно, его имя там. Как у меня английская книжка вышла, и французская вышла на языках, и болгарская вышла, мне потом говорят, а мы эти приемы давно знаем. А я говорю, откуда вы знаете? А я в такой-то книге, так это же я написал. А, это вы написали? Или, например, бабушки и дедушки, которые... Дети им приемы показывают эти, они говорят, мы это давно видели, но они по центральному телевидению, опять-таки, передачу с Анатолием Алексеевым «Помоги себе сам», они видели. Ну, тогда время было такое, все ждали чуда, и поэтому нас заслонили Кашпировские, Чумаки там и другие. А теперь все хотят научиться, чтобы сами могли управлять своим состоянием. И поэтому завтра бесплатный ликбез в 20 часов по московскому времени. Конечно, там будут новые приемы, как всегда. У нас контент уникальный, называется авторский стиль, неповторимый. Да. И все время развивается и дополняется. Да, и все время развивается и дополняется. Вот сегодня практический пример. Сережа.
Сережа, такой же молодой, такой же открывающий, два открытия сделал. Я вас, кто не знает, новички в школе «Человек будущего», подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать всегда новые ликбезы, новые вебинары. И будете такими же молодыми, несмотря на возраст, несмотря на обстоятельства, будете открывать себе состояние Творца, будете открывать новое. Самое интересное в завершение хочу сказать, Сережа сказал, что оказывается, когда вы находите то, что вам интересно, вы по существу обнуляетесь, то есть постепенно приходите в состояние нуля, и в этот момент вы задумываетесь и становитесь самими собой. И в этом состоянии у вас происходит самоидентификация. Чего вы хотите, как это достичь, как решить проблемные вопросы, как личные вопросы решить, как межличные вопросы. Ну, до встречи, друзья. Сережа, я тебе очень благодарен. Я вам тоже. Вы знаете это все. Я практически в непрерывной благодарности живу. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Сережа. Молодежную кепку одену на прощание. Давай, отлично. Обнимаю. До встречи. До встречи. Вот я написал завершить конференцию для всех.